Сегодня крупнейшее предприятие перерабатывающей отрасли республики отмечает свое 45-летие. Широкий ассортимент производимой продукции, сплоченный коллектив, призовые места на выставках и форумах – все это о букете Чувашии. Хочу выразить искренние слова благодарности за ответственный труд, потому что вы не только сохраняете, укрепляете, приумножаете славные вековые традиции пивоварения российского многонационального народа, народа Чувашии. Глава Чувашии высоко оценил не только работу предприятия, но и его вклад в развитие экономики республики. Я подписал сегодня указ. Это почетная грамота вашей организации как государственная награда, потому что вы трудитесь как управленческая команда, как одна большая семья на общий результат.